Если ты из того братства, то могу тебя поздравить. Нас закрывают. Эй, я с миром. Друга тут ищу. В 4 утра? Да, сам в шоке. Ну, мы тут пытаемся привлечь внимание к тому, что творит Monarch Solutions. Если хочешь знать, как они нас имеют, спрашивай. Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин! Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. 6 лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Идем. Сюда. Нам надо в лабораторию наверх. Долетел нормально? Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по Юте катались? А какой был фургон? Я так понял, у Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина, пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв, он изменит мир. Предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем. Успеется с лабораторией. Показывай свою презентацию. Тебе же не терпится, я вижу. Валяй, ошеломи меня. Ну, как скажешь. Прогресс. Движущая сила нашего вида. Мы научились лечить смертельно опасные болезни. Мы исследовали мир. О, нет. В нем заговорил маркетолог. Не сбивай меня. Но есть нечто, что тормозит этот прогресс. Само время. Я не ученый, но мне это объяснили так. Мы знаем теоретически, что вращение черной дыры вызывает искажение пространственно-временного континуума и потенциально делает возможными путешествия сквозь него. Несколько лет назад твой брат Уильям Джойс предположил существование особых частиц, хрононов. Сейчас известно как частицы Майера Джойса. Они составляют всеохватное поле, обеспечивающее равномерное и непрерывное течение времени. Здесь, в проекте «Променад», мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. Это не все. Но для начала хватит. Ладно, давай к делу. Так это квантовая физика. Уилл годами копался в этом руднике. Ты поэтому привлек моего брата? После смерти доктора Кима твой брат был первым кандидатом на его место. Добро пожаловать на проект «Променад». Ого! Финансирование у вас что надо?
Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука — это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь Уилла. Да уж. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Джек, ты знаешь, мне нелегко просить о помощи, но у меня нет выбора. Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны, а ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово, только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Джек, спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Так, и что же это? Это схема коридора. При перемещении по часовой стрелке происходит движение во времени вперед. Против часовой – назад. А, погоди, так ты изобрел часы? И... намного опередил время. Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононапровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Это запускается хрононапровод. Ты уверен, что так должно быть? Все показатели стабильны. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. А, черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Мы с Полом немало натворили в прошлом. Но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем. Но я видел, что он нервничает. Работает. Джек, она работает! Ты глазам не поверишь. Вот, возьми. Это ключ для активации коридора. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, вот верно? Вот сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Черт, Пол! Что это? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой. И переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник? Стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это, мать ее, машина времени. Я буду первым, Джек. А ты моим свидетелем.
Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит, мы когда... Мы уже испытывали машину, она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Сейчас мы будем творить историю, Джек. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. На 2 минуты в прошлое. Запомни этот момент. Пол, что? Как? Все. Все в порядке. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся, да ты... Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он... Он — это я! Будущий я, вернувшийся из... Из 2 минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось! Охренеть можно! Ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах. О будущих катастрофах, пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Ну и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол. Ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы... оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких «если». Я здесь. Это случилось. Ты же видел, Джек. Получилось? Но это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу... Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Что ты делаешь? Ой. Джек. Уилл? Помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же. Нет, 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 останови его. Замолчи. Он повредит ядро. Погоди, нельзя выключать. Там пол внутри. Уилл. Замолчи, замолчи. Посмотри сюда. Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались. Опусти пушку. Господи боже, Уилл. Время скоро закончится. Джек, поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебя выпустить! Черт! О, нет! Нет, 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 нет! О, нет! Нет! Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время на исходе. Это не должно было случиться. Что это за хрень? Были стабильны, все должно было сработать. Мы поломали... Должно было сработать. Время? Это не сон? Какого черта?
Бред какой-то. Уилл! Уилл, давай, Уилл. Состояние. Что же мы натворили? Она меня предупреждала. Я знал, что она права. Знал все это время. Я предупреждал Бога. Этого можно было избежать. Опоздали. Джек! Джек, клюв заклинило. Я не могу выбраться. Пол застрял в машине, Джек. Ну давай. Заклинило! Так не должно было быть, все показатели! Зависание. Закончилось. Джек! Другого пути нет. Я пройду через машину. О, что? Нет! Джек! Сюда! Джек! Джек! Пойдем! Тут есть люк, вылезем через него. Мне не хотелось бросать Пола, но помочь ему я не мог. Я не знал, где он окажется. Сюда, скорее! Он здесь! Огонь! Какого черта? Скорее, сюда! Джек, твои руки. Идем, пошли. Нет! Ты сейчас? Что сейчас? Вперед! Нам сюда! Двигай! Вот так первый раз сработали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. Джек, видимо, близость к источнику импульса повлияла на твое взаимодействие с монополем. А что со мной сейчас было? Что вообще происходит? Да я ж тебе об этом и говорю. Ну так говори яснее!